Это выставка Варвары Бубновой в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. Дело в том, что Бубнова прожила 36 лет в Японии, и здесь на этой выставке представлены работы ее японского периода, а также те, которые она делала и в России. Это уже не первая выставка художниц, у которой были выставок много в Русском музее, в Третьяковской галерее. Вот. А сейчас вот такая сравнительно камерная выставка, но которая дает представление судить о творчестве художницы. На выставке Варвары Бубновой представлены две мои картины. Их организаторы выставки решили повесить, поскольку я 12 лет являлся учеником этого мастера.